Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений Сазонов. А значит, в эфире совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». Сегодня мы поговорим о представителе славной семьи, о сыне легендарного физика Петра Капицы и брате не менее легендарного посвятителя и телеведущего Сергея Капицы, о профессоре, полярнике, путешественнике, географе Андрее Петровиче Капице. Он незаслуженно остался в тени своих великих родственников, а ведь он тоже человек, ну, просто эпохи Возрождения. Итак, Андрей Петрович Капица, профессор, академик, путешественник, географ, эффективный менеджер, человек с колоссальным чувством юмора, полярник, в общем, и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Книгу о нем выпустили наши сегодняшние гости. Это журналист Алексей Щербаков и ученый Михаил Слепенчук. Книга, которую вы выпустили, дорогие друзья, называется «Колумб 20 века». Вот, естественно, этот вопрос вам все задают, но я тоже не могу мимо него пройти. Не слишком ли громкое название для этой книги? Название пришло от Алексея в голову, собственно, он первооткрыватель названия этой книги. Я думаю, что, наверное, нет, поскольку все-таки Христофор Колумб открыл Америку, и после этого началась эпоха великих географических открытий, и казалось, что она уже закончилась, потому что вроде как все уже на Земле, что можно было открыть на поверхности, было открыто. Но после четырех экспедиций Андрея Петровича Капицы в Антарктиду он высказал предположение, что под льдом Антарктиды находится водоем, резервуар с водой. И я когда был студентом, мне об этом рассказывал. И спустя 30 лет это было доказано уже эмпирически. Поэтому это было, наверное, новейшее географическое открытие 20 века, и после него уже таких крупных географических открытий сделано не было. Поэтому можно смело назвать Андрея Петровича Капицу Колумбом 20 века. Почему о нем так мало знают? Ведь человеку действительно удивительной судьбы. Несколько раз бывал в Антарктиде, открыл подледное озеро Восток, причем, как говорится, эмпирически больше, да, он предсказал его открытие. Потом много лет преподавал на факультете географии МГУ. Выпустил огромное количество специалистов, имена которых гремят. И я, например, вот, ну, конечно, мне позор на мои седины, да, но я узнал о том, что у Сергея Капицы есть брат, а у Петра Капицы есть еще один сын. Совершенно случайно из воспоминаний Сергея Петровича Капицы, где промелькнула фраза: «И тогда мы с братом начали строить для отца лабораторию на даче». Я: «О, у него, оказывается, брат есть». И начал что-то изучать, оказывается, интересный человек. Почему имя этого Колумба 20 века незаслуженно забыто? Я думаю, дело это связано не с фамилией Капицы, ни в коем случае, потому что фамилия Капицы очень известная. И благодаря его брату Сергею Петровичу, который многие-многие годы в советское время и в российское время вел по телевидению очень популярную передачу «Очевидно, невероятно», и, естественно, их отец Петр Леонидович Капица, нобелевский лауреат, который работал с резервуаром. Нет, я думаю, что здесь причина скорее в отношении общества к географии вообще. Потому что какое-то время назад даже география не была обязательной при сдаче экзаменов при поступлении в вузы. Хотя вот в советское время, я помню, ну, географический факультет, понятно, при поступлении требовался обязательно один из четырех экзаменов по географии, но при этом сдавали люди, которые поступали в МГИМО, обязательно географию, сдавали все экономический факультет. География была крайне необходима с точки зрения воспитания и обучения студентов и расширения кругозора. Тем более для нашей страны, который занимает 1/6 часть суши. Там надо знать свою страну. Чтобы знать свою страну, надо знать географию. География – это не только физическое описание природных объектов, но это все-таки экономическая география, социальная география. Когда начинаешь копать, какое количество географий существует. Описательная, казалось бы, описательная наука, но при этом это высокоточная наука. То есть, поэтому, ну, например,
океанология, это тоже география. Или метеорология. Вот мы каждый день смотрим по телевизору прогноз погоды. Это точная наука, здесь и физика присутствует. Я думаю, что как раз вот сложность была в том, что на географию перестали обращать внимание. И с появлением, вернее так, это будет не совсем корректно, с возрождением Русского географического общества, которое существует с 1845 года, раньше называлось Российское императорское все-таки географическое общество, и попечителем всегда был император. Вот сейчас Русское географическое общество как-то прививает новое отношение к географии, и сейчас председатель попечительского совета является, как вы знаете, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. А президентом общества является министр обороны Сергей Кожугетович Шойгу. То есть, в принципе, наверное, сейчас как раз самое время для того, чтобы великие географы опять входили в историю и время от того, чтобы отдавать им почести и наше внимание. И как раз это совпало с тем, что вышла книга об Андрее Петровиче Капице, величайшем географе современности. Нет их много, этих географов. Просто мы в узком кругу географическом, мы их всех знаем. Но для широкой общественности они неизвестны. Может быть, как раз ваша газета и ваше радио, оно позволит как-то расширить этот кругозор и дать людям возможность изучить. Потому что помимо таких великих географических открытий, как озеро Восток, существует масса открытий, которые, казалось бы, не являются великими, но которые являются настолько важными для современной экономики и политики в том числе. Алексей, сколько заняла работа над книгой? Сколько? Год, два, три, пять? Ну, идея родилась у Михаила Викторовича, наверное, лет 8 тому назад. Ну, она родилась сразу после смерти Андрея Петровича Капицы. Он умер в 2011 году. Всерьез мы к ней приступили, наверное, году в 2013, мне кажется. Значит, получается... В 16-м, наверное. Нет, позже, или раньше. Ну, важным этапом было опросить людей, которые еще помнили Андрея Петровича, работали вместе с ним в Антарктиде, на Дальнем Востоке, на факультете. Им уже глубоко за 90 было. Сейчас уже... Многих нет. Сначала мы хотели 10 интервью сделать, написать книгу на основе 10 интервью, потом 20, в результате у нас их 40. Ух ты! 40. Да. То есть книги построены на высказываниях тех людей, которые лично знали Андрея Петровича Капицу. Это очень важно. То есть это не переписка каких-то других книг, да? То есть это нет, не документы? Нет, мы ничего не дописывали, ничего не обобщали, ничего сами не сочиняли. Мы в книге изложили вот то, что было, поэтому в ней как бы звучат голоса разных людей, которые работали в те времена. Мы нашли письма, которые писала жена Андрея Петровича маме его, Анне Алексеевне, жене Петра Леонидовича с Дальнего Востока. Вот письма бабушек маленькому Андрею. То есть все построено на документальных материалах. Мы ненадолго прервемся, дорогие коллеги. Напомню, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас журналист Алексей Щербаков и ученый Михаил Слепенчук, авторы книги «Колумб XX века», посвященной ученому-географу, путешественнику Андрею Петровичу Капице. Встретимся через пару минут. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня журналист Алексей Щербаков и ученый Михаил Слепенчук. Это авторы книги «Колумб XX века», которая посвящена ученому-географу, путешественнику Андрею Петровичу Капице. Насколько сложно было вот договориться, встретиться, поговорить с 40 персоналиями? Ну, сложно было, потому что их надо было еще разыскать.
И в этом очень помогла Татьяна Юрьевна Симонова, это сотрудница нашего факультета кафедры геоморфологии, поскольку ее отец был один из ведущих геоморфологов, и эти люди были его друзья. Я вот повторяю, всем было глубоко за 90-е. Вот мы ездили по Москве, по разным отдаленным районам, ездили даже на границу с Латвией, в одну там забытую богом деревуху. Вот, и спрашивали. Некоторые интервью, там у меня, например, рекорд 39 часов. Ну, сейчас цифровой диктофон просто позволяет творить чудеса, потому что раньше кассета кончалась, все, до свидания. Вот, и вот это просто уникально, что удалось опросить этих людей, потому что после вот последних всех событий, коронавирусной эпидемии, уже многих-то нету. Получается так, что из 40 уже осталось-то, наверное, где-то человек 15. Вот, поэтому вот буквально эту книжку написали на излете. Естественно, на вот эти вот интервью ушло, наверное, года 4. Ну, то есть по 10 интервью в год получается. Ну да, ну так надо было еще найти телефоны, там как договориться с детьми, потому что там многие были лежачими уже. А вот технология, приехали, поговорили, привезли домой, сели, расшифровали, да? А дальше? Как это дальше происходило? Ведь это же надо как-то сформировать. Ну, а дальше по списку. И вот эти интервью все в столбик. И вот, и начинаешь читать. И пишешь там какую-то схему, рисуешь на бумажке. Вот это сюда пойдет, это туда. Это вот про начало говорит. Это про период на Дальнем Востоке. Вот это про Антарктиду. Вот, потом все это сопоставляется с письмами. Вот, и, потому что книжка, она от начала, она у нас очень глубоко зашла, вот от Петра Леонидовича, от отца Андрея Петровича. Андрей Петрович очень многое унаследовал от отца. Вот его быстрая сообразительность, рукастость, он мог смастерить любой там вот какой-то лабораторный прибор, точил на токарном, фрезерном станках, очень любил автомобили, очень любил полноприводные машины. Это же вот они с Юрием Гавриловичем Симоновым, вот с нашим геоморфологом с географического факультета, придумали вот вездеход «Харьковчанку». А, вот который заброска, да, на мир. На... Ну, они вот ездили все внутри антарктические экспедиции 50-х, 60-х годов. Они были на «Харьковчанках». Это был этот... То есть, вот... это он сделал большой вклад в изобретение этой машины? Да, у них была идея. Вот два друга сидели на арбатской квартире и думали, как проникнуть в центр Антарктиды. Обалдеть. А я думал, что это просто военная разработка, нет, которую взяли... Им пришла идея сделать капицинскую квартиру. Такую многокомнатную, чтобы был тут и мотор, и кухня, и радиостанция. Ну, только на гусеницах, да? Именно вот... Такая вот уютная квартира на гусеницах. Они взяли тягач большой артиллерийский, добавили ему две оси, соответственно, четыре катка сзади, и сделали эту машину на Харьковском заводе. И потом ее везли, по-моему, до Калининграда или до Клайпеды. Своим ходом она идти не могла, потому что ресурс 1500 километров. Ну да, и пока доехали... двигатель, трансмиссию, их везли на больших трейлерах. Милиция, вот эти три трейлера с харьковчанками. Потом эти вот полярники, которые будут возить, ездить на этих машинах. И нашли дедушку, который строил все мосты в СССР. Он уже был на пенсии, его где-то вот разыскали. И этот дедушка, там указано имя, отчество и фамилия, он провел этот караван по территории страны. То есть он лично сидел под каждым мостом, по которому, значит, он советовал проехать. Если было написано «Нельзя свыше 50 тонн», он говорил, «Пойдем в объезд». Ну, там много было приключений. В одном латышском городе потребовалось снимать трамвайную линию. И они говорят, что ну вот мы проедем, на ночь снимите, пожалуйста, мы проедем, а утром поставите, и все будет хорошо. Так они через этот город тянулись сутки. Там это нас, наверное, до сих пор вспоминают и проклинают. Ну, я так понимаю, что вот именно эта книга состоит не... Как принято, да, сухое, родился, женился, лауреат премии и так далее. Это вот книга, которая состоит из таких вот историй, которые обычно остаются за кадром, да? То есть перегон харьковчанок, да, изобретений. Да, да, там и какие-то вот смешные ситуации, анекдоты. Ну вот из смешных ситуаций всегда интересно, безумно. Очень серьезный человек, очень серьезный ученый. Но 100% вот именно такие серьезные люди, они обладают
поразительным чувством юмора. Ну, вот Петр Леонидович Капица, вот который наш нобелевский лауреат, он не терпел людей без чувства юмора. И да, Андрей Петрович, он даже говорил, что ученый не может быть, не владеть чувством юмора, да, по-моему? Да, он говорил, что вот англичане работают весело, надо работать как англичане, а мы работаем мрачно. Да, он еще говорил, я вспомнил, наука – это весело, меня поразила его фраза. Весело, да. И вот первоначально это название, я, например, вот придумал «Последний Колумб», потому что это вот так героически, эпически и одиноко, потому что ведь Андрей Петрович родился не в простой семье, а как бы с детства вращался вот в этом международном братстве ученых, потому что нет раздельных наук. Вот физики, математики, географии, там все ведь едино. И наука не может развиваться вот где-то там в отдельно взятой точке земного шара. Вот прочитав книжку, вы удивитесь, как даже в сталинское время, когда вроде бы вот все границы были закрыты, мировые ученые прекрасно ездят друг к другу в гости. И вот тут у нас нобелевский лауреат Поль Дирак, родоначальник квантовой механики, приехал поздно и в Москве переспал просто в парке на скамейке, потому что стеснялся побеспокоить своих московских друзей. Вот потом он забрел на государственную дачу, его забрали в милицию. Ну, в общем, такие вот люди, самые обычные, вот вроде бы, как кажется. Вот. Но вот они именно вот и делают мировую науку. И вот Андрей Петрович, он оттуда, понимаете? И вот все, что он делал, он хотел сделать в общемировом как бы масштабе, понимаете? Вот он всегда был на передовых позициях. Почему он Колумб-то? Потому что вот у него все работали специалисты из самых разных областей. Вот география же тоже делится на какие-то вот. У него все ответвление. Там есть метеорологи, там биогеографы, есть геоморфологи, которые изучают рельеф, есть физико-географы, есть почвоведы. Вот, вот у него всегда все было, решалось комплексно. Вот, когда сначала он работал у Маковеева, они построили под Можайском макет реки. Надо было ответить на вопрос, тогда же, вот в 50-е годы, как раз был пик строительства нашей гидроэлектростанции, как ведут себя водохранилища. Вот, насколько это устойчивая система, если построить водохранилище, вот, не подмоет ли река плотину, там, где будет врез. Ну, выяснилось, что водохранилища очень хрупкие образования, что они после их постройки сразу заиливаются, и заиливается даже не только водохранилище, а и вся река может до верховьев. Вот в этих работах участвовал Андрей Петрович, потому что когда еще вот только закончил университет, был аспирантом, и там вот сразу уже работали и гидрофизики, и гидрохимики, и инженеры, и географы. Вот. Потом он поехал в Антарктиду, и там тоже были специалисты самых разных областей. Михаил, вот вы были вхожи в семью, насколько я знаю, да? Вот каким был человеком Андрей Петрович вот вне костюма профессора? Ну, надо понимать, что я все-таки мальчик из провинции, да, и он сразу взял надо мной шефство с первого курса. Каждые выходные приглашал к себе домой. Евгения Александровна, его супруга, готовила обед. И мы обедали и разговаривали на для меня тогда очень большие значимые темы, откуда я все это узнал. Андрей Петрович был достаточно, ну, как Алексей сказал, очень передовым человеком. У него всегда были интересные люди. Вот Симонова я видел несколько раз, Зотикова видел тоже несколько раз. Художники, поэты. Когда он ездил, он, поскольку в Академии наук отвечал за выставки международные, возил Мамонтенка, Диму и так далее, то у него, соответственно, первый компьютер я увидел у него, первый телевизор иностранного производства увидел у него, первый видеомагнитофон увидел у него. То есть он был такой передовым человеком. Мы с ним во время обеда беседовали, и
он каждый раз давал мне новую книгу прочитать, и мы обсуждали потом эти книги, и он давал следующую, и следующую. А что за книги? Научные именно, да? Есть научные книги, которые пишутся сухим научным языком, а есть книги о науке, которые пишутся понятным языком. Вот, Колумб 20 века, да? Да, например, Колумб 20 века. И снова уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня замечательные гости. Это журналист Алексей Щербаков и ученый Михаил Слепенчук, авторы книги «Колумб 20 века», которая посвящена ученому-географу, путешественнику и просто замечательному человеку Андрею Петровичу Капице. Встретимся через пару минут. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Клуб знаменитых путешественников снова открывает свои двери и приглашает вас, дорогие любители приключений. Встречаю на пороге вас я, человек, который ведет сегодняшнее заседание, постоянно ведущий Евгений Сазонов, и представляю наших гостей. Это журналист Алексей Щербаков и ученый Михаил Слепенчук, авторы книги «Колумб 20 века», которая посвящена ученому-географу, путешественнику Андрею Петровичу Капице. Андрей Петрович был участником не только антарктической экспедиции, но был руководителем экспедиции в Центральную Африку, в Великий Рифтовый разлом. Вот я, кстати, вот побывав у Андрея Петровича, у меня такие мечты появились побывать и в Антарктиде, и в Арктике, и в Африке. У меня, правда, были мечты с 5 класса, но как-то они так оформились, когда я с Андреем Петровичем стал общаться. И мне удалось побывать везде. То есть я побывал во всех местах, где был Андрей Петрович. То есть у меня это вот такое маленькое достижение есть. Может быть, не в том формате, как он был, как руководитель экспедиции, но несколько экспедиций я тоже организовал. Например, экспедиция «Миры на Байкале», которая работала с 2008 по 2010 год, когда глубоководные обитаемые аппараты «Мир-1» и «Мир-2» погружались на дно озера Байкал. Кстати, и Владимир Владимирович Путин тогда был премьер-министром, он тоже погружался. И экспедиция «Полет на воздушном шаре на Северный полюс», так побывал на Северном полюсе. И, конечно, были... Да, в Антарктиде на станции «Восток» побывал. Вот это тоже благодаря вот этим вот рассказам Андрея Петровича на Южном полюсе Андрея Петровича. Поэтому нет, для меня, конечно, Андрей Петрович сделал в жизни очень много. Прям открыл глаза на мир, что он другой, без границ. Ну, Андрей Петрович – это вот тип настоящего классического ученого, да, который имеет понимание не только в своей узкой сфере, но и в смежных науках, и в культуре, и не забывает о развитии другом, параллельном. Да? Ну, смотрите, значит, после антарктической экспедиции он был возглавил, стал деканом географического факультета МГУ в 32 года, по-моему, один из самых молодых деканов. Пять лет возглавлял, потом его направили на Дальний Восток создавать Дальневосточный научный центр. И после возвращения с Владивостока он возглавил кафедру. И при этом был, соответственно, член-корреспондентом Академии наук СССР и возглавлял выставочную деятельность. То есть, у него такая многопрофильная деятельность. Собственно, в Владивостоке он создал Дальневосточный институт географии, например, Тихоокеанский институт географии. Как сказал Алексей, действительно, это стык разных направлений. И кафедра, которую он возглавлял, на тот момент называлась кафедра общей физической географии и палеогеографии. Это, как бы, считайте, описательная наука плюс наука о прошлом, да, которая дает представление о будущем. Он ее взял от академика Маркова Константина Константиновича, известного исследователя-географа. Идея была Маркова, а реализация была уже Капицы. Кафедра была преобразована в новое направление для того времени – кафедру рационального природопользования. По сути дела, кафедра рационального природопользования географического факультета Московского государственного университета – это первая экологическая кафедра Советского Союза. И мне посчастливилось, что я был первым выпуском этой кафедры. Вот такое. Но что такое новое направление в науке? То есть уже соединение и обсуждение влияния, взаимодействия и взаимовлияния человека и природы.
новое направление. То мы все время, как бы, если помните слова Мичурина, там, мы должны покорить, природа должна работать на нас. Человек – царь природы. Человек – царь природы и так далее. Но сейчас мы уже понимаем, что настолько мы стали царями, что природа, пожалуй, перестала уже подчиняться нам. И мы, как биологическое существо, ставим под угрозу вообще свое существование. Вообще, корона была уже пора нам поправить. Да, человечество наконец-то осознало, что необходимо думать о той среде, в которой она находится. Ну, смотрите, коллеги. И вот этим как раз кафедра и занимается. Вот из ваших рассказов может создаться впечатление, что у Андрея Петровича жизнь была такая довольно безоблачная. Вот захотел, поехал в Антарктиду. Да? Захотел, создал кафедру. Захотел, создал представительство там, университета и так далее, и так далее, и так далее. Вот его вообще путь-то был действительно безоблачным? Или все-таки у такого интересного человека были завистники, враги, недоброжелатели? Ну, я думаю, что как у любого ученого талантливого всегда есть, потому что это соревнование. А с точки зрения случаев, ну, я не думаю, что это так уж безоблачно, потому что поездка в Антарктиду, ну, ты описываешь, что были кувалдой выбиты зубы, там 14 зубов. Ну, это же не его коллеги его выбили, это просто... Это что за история про кувалду? Кувалда пошла не туда. Когда возник вопрос, что надо добраться до самых глубинных вот районов Антарктиды, полюс недоступности, полюс, наверное, недоступности, да? Полюс недоступности, да, и туда Восток пройти на Молодежную. Вот на гусенице Харьковчанки поставили уширители. То есть сделали такие костыли, которые делали... Ну, меньше давления на снег. Да, делали гусеницы шире. И они вылетали. И они там всю дорогу колотили и заколачивали обратно эти стержни. И вот обратно, то есть кувалда пошла не так, и выбила ему, был такой случай, 10 зубов. Ой, какой ужас. Но у них там был врач, который в прошлом был зубным. Андрей Петрович описывает этот момент. Он ему промыл рот спиртом и вставил зубы обратно. И почти все прижились, потому что в Антарктиде же нет никаких бактерий. То есть, говорит, фантастика. Там всего 2, что ли? Не прижилось. И для того, чтобы быть участником экспедиции, он был вынужден осваивать профессии, которые как бы не свойственны для географа. Например, не хватало радистов, он выучился на радиста, получил статус радиста, и полет в Антарктиду он летел как радист. И получил даже, он мне несколько раз говорил и показывал удостоверение почетного работника Аэрофлота. Даже такое было. Там все это описано. И 2 раза летал, осуществлял проводку самолетов. И рассказ, да, когда он летел. У меня лично самолеты-то, Аэрофлот, в те времена летали только на территории Советского Союза. Все переговоры с диспетчерами на земле происходили на русском языке. А тут-то надо было лететь через всю Центральную Юго-Восточную Азию, через Австралию. Потребовался английский язык. И вот там тоже у нас в книжке написано, как его вызвали. Он летал с начальник рейса. Не разговаривал, да, говорит, завтра надо лететь. Он говорит, да вы что, говорит, Андрей Петрович, я же ничего не смыслю. Ну, вы же молодой человек, вот вам книжка, завтра утром. Экзамен завтра. Экзамен завтра. Андрей Петрович был очень быстрый ум. Быстрый ум. Он и в школе так фактически вот учился. Он перед экзаменом, прямо вот таким вот, как это сказать, штурмом. Я помню, первая лекция. Прочитывал книжку и сдавал экзамены. Когда я поступил уже в МГУ, Андрей Петрович читал для первого курса, курс общей физической географии. И я помню эту лекцию, значит, он задавал вопросы. Собственно, я так понимаю, что это от его отца пошло, Петра Леонидовича, который задавал тоже достаточно каверзные вопросы студентам при поступлении. Но в данном случае он говорит, я вот задаю студентам вопрос иногда. Почему вода в море соленая, в океане соленая? Ну, говорит, ответов может быть самая разная масса, да? Но мне, говорит, больше всего понравился ответ одного студента, потому что там селедка плавает. Кстати, почему нет, да? Я хотел добавить, что Андрей Петрович, конечно, был Колумб, потому что вот в Антарктиде он же первым нарисовал карту рельефа Антарктиды. Подлёдного рельефа. Представляете, вот почему Колумб? Потому что такого масштаба открытия уже больше не будет. Рельеф целого континента. Да, государственную премию за это. То есть он переоткрыл, получается, он, да? Он занимался сейсмозондированием.
Вот они взрывали заряды в шурфах и мерили скорость прохождения отраженной волны. И он еще в 1958 году в своей диссертации написал, что 100% под центральными районами Антарктиды вода. И написал, что поскольку скорость прохождения вот сейсмической волны в воде в два раза меньше, чем во льду, она никогда от воды не вернется. Поэтому нужны новые методы зондирования. Их не было. В те времена локатор, вот радиоволны, да, когда вот самолет Ли-2 стоял на льду, он показывал этот локатор, что самолет находится на высоте 74 метров. То есть вообще нельзя... Примерненько, да? Да. Вот. Что он сделал? Вот. Когда он пришел на факультет, ведь на факультете, во-первых, стали основываться проблемные лаборатории. То есть вот не просто там какие-то отдельные эти географы сидели, изучали... Разобщенные, как свои, всегда, да? Да, да, свои как-то предметы исследования. Лаборатории, которые вот там изучали какой-то природный объект, скажем, там речные системы, ледники и сели в горах, там вот водохранилища. На факультет была привезена электронно-вычислительная машина МИР-1. Это вообще выдающийся случай, потому что математики пользовались там единым вот этим компьютером в МГУ, а у нас на факультете на 17 этаже, там в двух комнатах стояла эта... Я не представляю, как можно было пробить машина, эту машину. Мы снова ненадолго прервемся, дорогие друзья. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона Евгений Сазонов, в гостях у меня журналист Алексей Щербаков и ученый Михаил Слепенчук, авторы книги «Колумб 20 века», которая посвящена ученому-географу и путешественнику Андрею Петровичу Капице. Встретимся через пару минут. «Клуб знаменитых путешественников». Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. И представляю вам наших сегодняшних гостей. Это журналист Алексей Щербаков и ученый Михаил Слепенчук, авторы книги «Колумб 20 века», посвященной ученому-географу, путешественнику Андрею Петровичу Капице. Когда он стал деканом, он же, естественно, вступил, как раз вот вы спрашивали, мешали ему или не мешали, в противоречие с парткомом МГУ. С чем? Чем же он угодил? В то время там был такой представитель парткома Ягодкин, который возвращал университет в 30-е годы. Уже не нравится фамилия. Уже человек не нравится. Годные годы похожи. Не знаю как. Но он считал, что студенты должны быть только из рабочего класса, что надо уменьшить процент интеллигенции, вот, что везде надо гайки завернуть. Вот, все научные исследования в правильное русло направить. И вот они со своим другом Юрием Гавриловичем Симоновым выступали на всех этих партсобраниях. Юрий Гаврилович Симонов тогда был председатель группы народного контроля. И он говорил: вы не понимаете, куда Ягодкин-то нас ведет? Это же 30-е годы. А потом-то что было, вы что, не помните? И Андрей Петрович его всегда поддерживал. А потом каждому позвонили и сказали: вы не хотите быть членом-корреспондентом Академии наук? То есть их хотели вытолкнуть из университета. Хотите быть членом-корреспондентом Академии наук? Надо ехать на Дальний Восток, основать там институт географии и Дальневосточный научный центр. Юрий Гаврилович рассудил так, что куда же я поеду, у меня тут все вот в Москве. Вот. А Андрею позвонили, он ему посоветовал: у тебя от папы-то в Академии наук, если что-то не так пойдет, он тебя всегда обратно заберет. И вот Андрей Петрович поехал на Дальний Восток, получил звание член-корреспондента. Он там организовал 8 научных институтов. Вот он туда стянул лучшие силы научные. Он там привлек староса, был такой компьютерщик, который основал Хрущеву Зеленоград. На самом деле он был сарант, он был американец, которому удалось
сбежать после того, как всю эту группу... Вот я слушаю эти рассказы, и я вспоминаю то, что есть некоторые люди, которые говорят, что типа, да в Советском Союзе ничего не умели, ничего не делали. Нет, там как раз написано, вот как этот вот Сарант, Эпаминонт, который стал старостом, как он дома живет, как он работает, что он думает. Своя лаборатория. Да, он уже тогда думал об этих вот этих самых компьютерах. Практически вот эти компьютеры сейчас вот еще не сделали, а у него уже тогда были мысли. То есть вот весь Дальний Восток должен был строиться на основе вот такой тотальной компьютеризации дальневосточной науки. Потом же он пригласил лучших переводчиков в Дальневосточный научный центр, чтобы информация, любая научная, американская, английская, французская, она в первую очередь быстро доходила до ученых Дальнего Востока. В конце концов, он этот Дальневосточный научный центр развернул уже в сторону и Азии. То, к чему сейчас мы только пришли, к сознанию мы пришли. Наконец доросли, да? Да, да, да. Вот он налаживал связи с Японией, с Америкой через Тихий океан. Вот, потому что там другие ученые считали, что надо было развивать науку в Хабаровске. А в Хабаровске это было просто бы еще одно новосибирское отделение, со всех сторон окруженное границами Советского Союза. Он там купил суда научно-исследовательские для Дальневосточного центра. Да, они поплыли в рейсы по Тихому океану. Которые потом потеряли в 90-х, да? Ну вот вы спрашиваете, были ли конфликты? Он там вступил в конфликт с золотыми академиками, генералами Дальстроя, которые мыли золото, да. И они считали, что раз стране нужно золото, то весь Дальний Восток должен работать на рассыпные институты и все. Вот. И поэтому ему там, конечно, вредили, подмечали всякие недостатки, якобы поймали его на атласе ресурсов Тихого океана. Что не так там было? Ну, там весь Тихий океан, вот все, кто выходит на Тихий океан, все страны, там США, Япония, Австралия, Новая Зеландия, вот все поделили на квадраты. Нам достался северо-западный угол, и Андрей Петрович был назначен главным, значит, редактором, типа, этого дела. И должен был собирать вот по северо-западному углу данные. А потом, значит, они придрались, что якобы ученые для Восточного центра ничего не знали, хотя все вот эти вот товарищи, в том числе Шилл, академик, они же были там на заседании-то, когда обсуждалась вообще вот эта вот концепция этого атласа Тихого океана, что якобы не знали. Вот. Потом им не нравилось, что географы бунтуют, там же все упиралось в примитивную вещь. Во Владивостоке очень маленький полевой сезон. Вот, то есть сначала холода с ветрами, а потом дожди страшные. И там вот окошко, когда можно выйти в рейс или в экспедицию, очень маленькое. А всех забирали на картошку. Вот. И, ну, я даже помню, как мы приезжали в Дальний Восток, а судно стоит, а что мы стоим? А команда на картошке. Вот, потом ждем две недели. Судно опять стоит. Приезжает команда, опять стоим. Что такое? А все, значит, из Института географии, да, теперь они на картошке. Или на сенокосе на озеро Касан. Вот. Значит, бунтовали с партковым. Партком жилье обрезал, не давал сотрудникам, которых привлек Андрей Петрович. В общем, вредили всячески, да? Ну, конечно, да. По этой причине вот Андрей Петрович вернулся по состоянию здоровья в Москву, да? Там его так вот... Все кончилось же взрывом в Институте биоорганической химии. Там же был страшный пожар в 1977 году. Это тоже описано в книге. Лаборант нарушил правила техники безопасности. Простейшее вещество, эфир, которым мы вот смазываем палочку, чтобы, если кто помнит, банки ставят. Вот, он должен храниться в подвале. Из бутыли надо наливать маленькими порциями и носить по лабораториям туда, наверх. А он приволок целую бутыль. Она разбилась. А это же как вот это, как противотанковый, как коктейль Молотова. И все вспыхнуло. А институт, здание большое, лаборатории, там потолки по 4 метра. То есть там люди прямо бросались вниз, разбивались. Ну и после этого у него сразу инфаркт, инсульт, потому что как бы он не доглядел, не досмотрел. То есть он решил, что его вина, да? Ну, конечно, он это все переживал.
Вот. И потом приехал в Москву. И тут же опять начал заниматься инновационными делами. Космическими снимками. То есть оценка урожайности сельскохозяйственных земель. Вот как оценить, как поле, сколько оно зерна принесет. Учитывая то, что там живут вредители разные, в том числе мыши, которые же по норкам находятся. Там в одной норке живет 10 мышей, и они все радиусом от норки собирают себе колоски. Причем ровно на такое вот время, чтобы успеть срезать колосок и утащить норку, пока орел не прилетит. И все это видно с разной высоты. Буквально вот там были и пешие группы, ходили, считали норки, и самолеты пролетали, аэрофотосъемки на разных уровнях. Это называлось этажерка. И спутники из космоса, и сравнивали, с какой высоты оценивать урожайность, потому что вредители съедали до 90% зерна. И все это происходило в Херсонской области. Вот это же основная была житница Советского Союза. И все было на самом высоком уровне. Курировали это все генералы из военных институтов, которые... Ну, как зерно, это стратегический запас страны. Зерна у нас на все время не хватало. Вот, а потом он вот от этого вот высотного мониторинга поверхности Земли пришел к выводу, что надо и оценивать природные ресурсы, которые поддерживают жизнь человека. Вот это кафедра рационального природопользования. Она чем отличается от экологии? Она исходит из концепции, что не осталось уже ни одного уголка на земном шаре, не затронутого деятельностью человека. Поэтому кафедра РПП – это не природу с берданкой охранять, а это наука о поддержании ресурсов, чтобы мы выжили, чтобы человечество выжило. И этим, конечно, эта кафедра очень сильно отличается от всех кафедр и факультетов университета. Такая уникальная вещь. И тоже вот новация, которую принес Андрей Петрович Капица. Михаил, ну, по вашему мнению, Андрей Петрович верил в людей? Именно в то, что в человечество, то, что оно все-таки будет разумным рано или поздно? Ну, если говорить об отношении к людям, он человек был очень добрый и очень справедливый. И удивительно контактный человек. То есть он одинаково легко мог разговаривать с академиками и с персоналом, с лифтерами, например. Да? То есть одинаково дружелюбно и интеллигентно. Совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников», к сожалению, подошла к концу. В гостях у нас сегодня были журналист Алексей Щербаков и ученый Михаил Слепенчук, авторы книги «Колумб XX века», которая посвящена ученому-географу, путешественнику и просто замечательному человеку, герою Андрею Петровичу Капице.